Дальневосточный рыбный форум пройдет в Хабаровске. Организацию мероприятия Михаил Дегтярев поручил Минсельхозу во время рабочей поездки в Нанайский район. Глава края побывал на Анюйском рыбоводном заводе и на строительстве школы в селе Найхин, а также осмотрел ремонт дороги Хабаровск-Лида-Гаванина-Комсомольск-на-Амуре. Я смотрю, у вас планы на 4 года. Да, у нас планы на 4 года. Мы планируем на 1 января 2025 года привести, отреконструировать путем проведения работ ремонта и капитального ремонта на участке общей протяженностью 370 километров. По пути в Нанайский район Михаил Дегтярев осмотрел ремонт трассы Хабаровск-Лида-Гаванина-Комсомольск. В 2019 году она перешла в федеральную собственность. Ее состояние было плачевным. Сейчас ремонт идет на 120 километрах дороги. Здесь применяют технологию холодной регенерации. Старый асфальт перемешивают с битумом. Это позволяет существенно сократить сроки и стоимость строительства. Михаил Дегтярев обратил внимание на придорожную инфраструктуру. Ее нужно активно развивать, в том числе обеспечить трассу мобильной связью. Пойдем в программу сейчас федеральную по обеспечению связи на основных трассах. В самом Нанайском районе глава края осмотрел ход строительства школы в Найхине на 300 мест. Ее должны были сдать еще в прошлом году, но в августе был готов только фундамент. Полы начали заливать, да? Да, сейчас покажем. Перегородки уже стоят, плитки уже начаты. Кровля 80% сделана. Окна вижу сделаны. Окна стоят 100%. Сейчас школа готова на 60%. Все строительные работы подрядчик планирует завершить к концу лета. Затем объект пройдет лицензирование и его ведут в эксплуатацию. Школа будет носить имя Героя России Максима Пасары. Именно здесь учился знаменитый снайпер Великой Отечественной войны. Это третий блок. Здесь у нас готовы. Здесь. Вот это для проекта у нас. Есть потребность в строительстве новых школ и детских садов в самом районном центре, селе Троицкое. Об этом на встрече с Михаилом Дегтяревым заявили местные жители. Там же они подняли актуальный для местных рыбаков вопрос о правилах лова и сохранении биоразнообразия Амура. Когда все в сено, кому-то ничего, вот, и другая модель, если все всем, тогда ничего не будет, для будущих поколений рыбы не останется. По этой причине в августе в Хабаровске планируют провести рыбный форум, собрать ученых, рыбаков и рыборазводчиков со всего Дальнего Востока. Будут говорить о правилах и проектах, благодаря которым и рыба сохранится, и отрасль будет жива, и люди останутся довольными. Другой острый вопрос для Нанайского района – газификация жилых домов. При ближайшей корректировке программы пятилетней внесем несколько населенных пунктов. Какие? Ну, наверное, это все-таки район представит информацию, да? Наверное, Найхин надо обязательно, да? Правительство края займется тем, чтобы в ближайшее время в Лидоге, Маяке, Найхине и других селах Нанайского района появился газ.